Оренбуржье в лидерах по росту цен на бензин. По данным Оренбургстата, за неделю литр топлива стал стоить дороже в среднем на 2%. За апрель рост составил 18,3%. В целом по России цены производителей на бензин после их снижения в январе-феврале и небольшом росте в марте, в апреле в среднем увеличились на 13%. Удорожание топлива отмечено в 15 субъектах Российской Федерации. При этом, судя по тенденции, его стоимость не собирается снижаться. Так, на одной из автозаправок в Оренбурге корреспонденту информационного агентства «Регнум» сообщили, что сотрудники АЗС сами не успевают за изменениями стоимости и в шоке от ситуации.